Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» входит в боевой состав Северного флота и находится в 43-й дивизии ракетных кораблей. Он предназначен для поражения наземных целей, живой силы и техники противника, выполняет огневую поддержку десантных войск, а также может уничтожать корабли противника и их десантные войска. Имя великого флотоводца, которое корабль носит с 2004 года, обязывает ко многому, и поэтому адмирал Ушаков не раз проявлял себя в учениях и походах. Первый кубок там по различным соревнованиям, ракетным стрельбам, лишь вот в Мохом море, как бы всех вопросов нет. У нас он хоть, как говорится, группа у нас небольшая, но потенциал ого-го. Поэтому мы даже не переживаем, что даже в этом году мы взяли очень много кубков. На главный командный пункт, штурм, ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы. Победили ТОВ. То есть наш корабль, например, за Северный флот один выступает, а, например, на других флотах 2-3 корабля. Но все равно мы как бы по определенным маневренным вопросам и по вопросам задачи мы занимаем первые места. В июле 2018 года, в день военно-морского флота России, эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» посетила делегация из Мордовии. Визит стал отправной точкой во взаимоотношениях двух сторон. За пару месяцев прошли все процедуры и приготовили соглашение о сотрудничестве. Оно гласит, начиная со следующего года, Мордовия будет направлять призывников на миноносец «Адмирал Ушаков» для прохождения военной службы. Первый набор ожидается весной следующего года. Естественно, что в осенний призыв мы уже не сможем туда ребят направить. И будем надеяться, что большинство из направленных военнослужащих по призыву на этот миноносец будет уже в дальнейшем заключать контракт. Пока речь идет о 10 призывниках, которые пройдут жесткий отбор. Служба на миноносце требует выносливости, определенных навыков, отличной физической подготовки. Сейчас на корабле служат порядка 400 военных, среди них четверо из Мордовии. Сергей Никитин, уроженец Ельниковского района, на корабле выполняет важную миссию. Он командир группы надводной обстановки. Должность очень важная, на данном корабле отвечает за навигационную безопасность плавания корабля. И также за противовоздушную оборону корабля, а также соединение кораблей, если наш корабль находится в море. В рамках визита в Саранск гости из Североморска посетили день призывника, побывали в нескольких районах Мордовии, пообщались с ребятами из детского дома в Елге. Они отметили в республике патриотическое воспитание молодежи на должном уровне. В завершение брифинга военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров наградил Дмитрия Щицко памятной медалью в честь столетия военного комиссариата. Ирина Герасимова, Владимир Надькин, «Народные новости».